утро, кухня. 6:15, третье число. Что у нас там в наших святцах? Скоро Рождество. Кошка просит в миску корма. Дал ей молока. Тесто выложу я в форму. Постоит пока. За окном снежок, морозно. Спит моя родня. Разошлись, наверное, поздно. Будут спать полдня. Тишина. И есть возможность просто посидеть. В наше время стало сложно вглубь себя смотреть. Телевизоры, смартфоны, интернет, нет слов. Стройки, мойки, светофоры, визги тормозов. Суета всю жизнь съедает, белки в колесе. Все вокруг гремит, моргает, бегаем во сне. Постоянно нужно что-то, встал с утра, погнал. Круглосуточно заботы, смысла нет, оврал. Нету времени присесть, закрутил нас враг. Для чего живем мы здесь, почему все так? Для чего болеем все, для чего страдаем? Для чего живем вообще и все умираем? Нету времени понять, мы горим как свечки. Утро, 8:45, ставлю тесто в печку.